Зачем мы сюда пришли? Ты связался с бандой? Я хожу на курсы уже 1.5 года. Не завидую тому, кто попадется мне под руку. Что с тобой? Ты держишь злость в себе. Не надо так. Выпусти ее наружу. Керем правильно говорит. Это вредно для здоровья. Вспомни, что тебя больше всего раздражает, а потом размахнись и ударь. Думай об этом и бей. Вы сами напрашиваетесь. Только не жалуйтесь потом. Ладно, хорошо, я готов. Готов защищаться, бей. Керем, ты уверен? Я не хочу тебя покалечить. Какая самоуверенность? Ты же совсем малявка. Да, Слы? Ты посмотри на нее. Керем? Все нормально, Керем! Ну ты и слабак. Не рассчитала силу. 10, 9, 8, 7. Это я слабак? Да я просто отвлекся. Решил тебе подыграть. Ипек, я с тобой говорю, зачем ты меня бьешь? Ипек, полегче, уймись. И ты иди сюда, ну же. Керем, она нас бьет. Отвяжись, Ипек. Я сдаюсь, Ипек, сдаюсь. Спасите нас. Так, что ты предлагаешь? Или мне лучше сразу сдаться? Сдаваться не для тебя. Зачем ты хочешь научить меня плавать? Чтобы ты не вздумала утонуть. Мне кажется, тебе может понравиться. Ладно, хорошо. Повторим основные правила. Не паниковать. Вода меня держит. С тобой я в безопасности. Молодец, быстро учишься. Четвертое. Не открывай рот под водой и не кричи. Зачем мне кричать? Пятое. Перед погружением глубоко вдохни и постарайся экономить кислород под водой. Что? Мы начнем с ныряния? По-другому не научишься. Нет, это плохо кончится. Идем. Нет. Просто вдохни поглубже и... Вода мне только по плечи. Знаю. Ты специально меня напугал? Берегись, Мурат Сарсилмас. Эй, прекрати. Считай, что ты победила, хватит. Завязывай со своими шутками. Прямо как в фильме «Челюсти». Где ты? На перегонки? Ты же меня знаешь. Я научусь плавать и обгоню тебя. Посмотрим. Это за то, что достаешь меня и не даешь спать по ночам. От твоих ударов мне не больно. Это за то, что не понимаешь слов. А это на случай, если обидишь меня. Разве я могу причинить тебе боль? Я в этом уверена. Ты заставишь меня страдать. Вот я и мщу заранее. Ипек, прекрати! Не надо, Ипек! Хватит! Что ты делаешь? Пытаюсь спасти Керема от тебя. Иди сюда, ты тоже поплатишься. Нет! Это за то, что ты сдала меня Керему. А это...
такая хорошая. Тебя не за что бить. Правда? Правда. Ты не представляешь, как я рада, моя любимая подружка. А теперь пойдем, выпьем по чашечке ромашкового чая и успокоимся. Хорошо? Ладно? Ладно. Ну давайте делать это почаще. Мне понравилось. Конечно, конечно, обязательно. Идем. Давай. Давай. Рано радуешься, мы не закончили. Я уже выиграла пари насчет плавания, а все остальное не считается. Что это? Похоже на удочку. Будем ловить рыбу? Нет, поймаем птицу, если повезет. Очень смешно. Шутки это по вашей с Даруком части. Так, снасти готовы. Ладно, и в чем пари? Кто первым поймает рыбу? Нет, тогда бы я сразу тебя сделал. Победит тот, кто поймает самую крупную рыбу. И это буду я, потому что ты не отличишь анчоуса от луфаря. Погоди-ка. Ты в курсе, что я много знаю о рыболовстве? Откуда? Неважно. От папы. Просто... Морского ерша я увидела впервые, потому и не узнала. Не люблю рыбу. Ладно, посмотри на меня. Смотрю. Перед тобой победитель. Предупреждаю, чтобы ты не удивлялась. Ну что ж, удачи. Держи. Хочешь желтую? Возьми. Вперед. Aşk laftan anlamaz.